сил тьмы выбирать героя. Что ж, друзья, мы возвращаемся к вам, конечно, студия Yuke & Company, WCA 2016 LAN часть. Ну и Заяц в эфире непосредственно на стадию драфта команды VI Young и Vegas Squadron. Врываемся мы с вами, где Арк Варден, добавленный в CM-мод, уже в бан-листе вместе с Виспом от VI Young. Но и Алхимик с Арспиритом забанены Vegas Squadron. Clockwork, товарищ очень ныне популярный, вновь о нем вспоминают, ну и думаю, что свое место даже в новой мете, в новом патче, который обязательно найдет. В целом, все-таки хочется надеяться, что когда-нибудь появится такой патч, где каждый герой будет актуален в определенной стратегии, и все будет зависеть именно от коллективов и капитанов, насколько хорошо они смогут найти применение тому или иному герою в определенной стратегии. Bounty Hunter и Batrider, вот чем отвечают Vega Squadron. Опять же, Санейка на Bounty Hunter. Мы уже прекрасно понимаем, что будет делать этот товарищ. И стоит отметить, что почему-то какие-то коллективы вот посмотрели первую игру, и им хватило одной игры Санейка на Bounty Hunter для того, чтобы это стал first ban. Но VI Young то ли настолько уверены в себе, то ли не досмотрели за пиками с, ну, непосредственно Сёма за Слеера на других картах. Морфлинг дополняет пик. VI Young очень нагло решить пройти сразу по кор-позициям, показать их своему оппоненту, ничего не бояться. Напоминаю, друзья, что это переигровки уже у нас в рамках WCA идут, потому что ребята аж три коллектива закончили групповую, скажем так, стадию со счетом 3-1, и нужно выяснить, кто же получит заветный слот непосредственно в завтрашний полуфинал. Также аппарат и SF-чик дополняют бан-листы. Дожидаемся четвертых банов непосредственно и от Дайров, и от Радиантов. Ну и посмотрим, кто же появится под Батрайдера от команды Вега. С учетом того, что Луна по-прежнему не в бане, я не удивлюсь ни секунды, если они возьмут себе Луну для FN-а. Почему бы нет? То есть сработало там три раза, возможно, и четвертый раз сработает, если FN будет на одном из своих сигнатурнейших персонажей. Но призадумались сейчас именно над банами. Не хотят, собственно, дать уже вольную в плане каких-либо суппортов команде противникам, но аппарат уже в бан-листе от VI Young. Непосредственно сами забрать его не смогут. Добирают Эмбер Спирит. Они хотят видеть эти неприятные чайны, постоянно залетающие. Ну что же, прямо сейчас у нас третий пик от команды Vega Squadron. И кто же, по мнению Сёмы Слэйра, должен принести победу? Сейчас, я думаю, будет появляться все-таки какой-либо второй суппорт, либо же могут показать кор-позицию. То есть в последнее время Vega пытается запутать своих противников. Они оставляют одного из основных коров, либо же суппорта, на последний пик, для того, чтобы можно было как-то вот поиграть с возможностью расстановки линий необычной. Но я думаю, что оппоненты к этому, опять же, готовы. Тем более, сегодня уже VI Young встречались с Вегой, что закончилось не самым лучшим образом для первых. Но и сейчас есть возможность справиться. Опять же, как же нравится мне, что Вега не торопится. Вот прям молодцы. Думают над второй стадией пика, потому что сейчас самое главное там не показать какую-либо задумку, если она у вас имеется, довольно интересно. Если это будет классическая луна для FN, просто берите луну, берите, я не знаю, сейв еще Оракла и не парьтесь вообще ни разу. Ну, то есть мы это видели уже от Веги, и действительно удивляться, если такой пик действительно появится, будет нечему. Хочется все-таки что-то более интересное увидеть. Другое дело, что сами игроки, конечно, сейчас уже берут не ради интереса каких-либо героев, не ради интересных стратегий, а ради победы. Но шутки шутками, 35 секунд остаются у Сёмы за Слэйр для того, чтобы выбрать себе героя. Может быть, там какие-то проблемы? Ну вот как? Ну вот вы полторы минуты думали для того, чтобы взять Crystal Maiden. Прекраснейший суппорт, безусловно, который сильно забустит по регену маны того же самого Батрайдера. Можно будет не считаться с напалмой. Баунти Хантер всегда имеет ману для того, чтобы уйти в инвиз, для того, чтобы кинуть какой-то сюрикен в спину. Но Crystal Maiden, прям, видимо, что-то все-таки интересное у Сёмы есть на этот матч. Появляется лайфстиллер. Но сейчас расстановка линии более чем классической должна получиться. Crystal Maiden будет выступать в роли какого-либо сейвера для лайфстиллера и больше
будешь, наверное, даже какими-то отводами, стаками по возможности заниматься на новой карте. Баунти Хантера будет роумить. Батрайдер, конечно же, это оффлейнер. И остается позиция мидера, которая может стать и пак. Желательно, чтобы непосредственно этот мидер был одной из вариативных инфест-бомб для лайфстиллера. Непосредственно сейчас 4-й пик от Вияянки. Первый лайт уже появился, один из фундаменталов доты у нас в игре. Ну и посмотрим, кого же возьмут себе на роль. Наверное, второго суппорта, либо же сейчас покажет также кор-позицию. Вияянг отчасти стоит, возможно, взять все-таки сейчас мидера, потому что далее следует еще и неприятная стадия банов. Плюс также одного из мидеров заберут себе Вега. Им именно этой позиции не хватает. Я все-таки хочу верить в то, что Батрайдер не пойдет в мид. Ни разу этого не было. Но, знаете, вот один раз увидел, обжегся. И на всю жизнь этот страх, что Батрайдер пойдет в мидлинию. International 2016, спасибо тебе за эти детские страхи. 1,5 минуты дополнительного времени еще есть у Гентоки для того, чтобы выбрать себе героя. Боятся ошибиться они сейчас. Но у них есть неплохой сейвер, который при этом может и отпушить, и запушить лейн. Киперы еще и немного, скажем так, бафнули своеобразно, но сейчас, думаю, появится какой-то более плотный суппорт, при этом нужен суппорт с контролем. Да, есть у вас Морфлинг, непосредственно Клокверк, который будет вырываться и ставить коги, позиционировать для вас драку, но желательно, чтобы появился кто-то еще. Опять же, очень много времени потрачено на данной стадии, остается буквально 45 секунд уже дополнительного времени на Гентоки. Ну и продолжают они свои размышления. Что же нужно добирать в веки? По-прежнему у нас есть различного рода паки, ДК, который также может взять себе блинк, и таким образом он станет своеобразной инфест-бомбой для лайфстиллера. То есть вариаций разнообразных огромное множество. Да, есть классика Батрайдер плюс лайфстиллер. Есть Баунти Хантер для совсем, скажем так, ленивых. И если не будет достаточного количества контрвижена, не будет сентриков до 100 у команды Вияянг, можно будет подкрасться и в Баунти Хантере. Но это единичные такие случаи. Сомневаюсь, что Вияянг допустит такие ошибки. Абадон. Тот самый Абадон, который на одном из первых талантов получает сумасшедший буст по опыту, тем самым куда быстрее добираясь до заветных хай-левелов. Ну что же, сейчас должны у нас последние баны прокатиться, при этом времени на размышления так уж и много у коллективов. Остается буквально там 30 секунд у Веги Сквадрон. Плюс нужно будет подумать еще и над пиком, при том, что ваш пик не последний. Вам нужно постараться просчитать противника и скажем так, подготовиться к пику, после которого вы уже ничего не сможете сделать. Подстраиваться далее придется уже по ходу самой игры. Остается 15 секунд. Очень опасно сейчас действуют непосредственно. Ну, либо они уже сами придумали, какого сами возьмут мидера, при этом сами забанили еще и ДК. Интересно. Побоялись от Вияян данного героя, потому что пик-то вроде бы для них первый будет на третьей стадии. Но не стали рисковать. Убирают ДК, дожидаются своеобразного бана от Вияян. Кто у нас еще есть? Различного рода Шторм Спириты, Инвокер еще не в бан-листе, но здесь Инвокера можно, конечно, через Лассо Батрайдера обузить его. Санстрайком контроля тут хватает. В бан улетает Шторм Спирит, которого сегодня мы видели уже много раз. И самое интересное, что Шторм Спирита мы видели уже как минимум два раза на позиции именно полноценного кора. То стоял он на изи линии, фармил, добивал крипочков тем временем, как какой-нибудь Эмбер, фармил мид. Но это уже на совести непосредственно игроков. Ну и сейчас последний пик на этой карте для Семого Слэра. Для команды Вега Сквадрон остается 10 секунд для того, чтобы выбрать себе позицию мид-героя. Ну и сейчас вот просто давайте удивите. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Это у нас тут интересные вновь небольшие, скажем так, проблемки с новым интерфейсом Доты. Кто когда пикает, и сейчас вроде бы пик от Веги проходил предыдущий, но взяли у нас героя Вияян. Тут ошибка либо Доты, либо мои. Если что, я заранее лучше скажу. Извините, друзья. Виномансер появился. Это самое, конечно, радостное событие. И при том, что этот Виномансер будет на кор-позиции находиться, хочется в это верить. То есть, если Виномансеру дадут фарм, если у него будет какой-нибудь агоним, если у него будет блинк, если у него будет Will of Discord, это просто страх и ужас для Веги.
Ну а сами забирают Мирану. Ну не сказать, что это там прям инфест-бомба для лайфстиллера, но мы прекрасно понимаем, что будет делать эта Мирана. Мирана, которая получит себе быстрый аганим, выфармит себе артефакт, и там уже вопрос в том, пойдет ли она в маг-прокаст, либо же она будет выдвигаться в сторону сразу же физ-демаджа и превращаться в полноценного лейтового кора. С учетом того, что дота сейчас очень сильно ускоряется по своим темпам, по темпам заработка золота, по темпам получения левела, появления каких-то интересных обилок, благодаря тем же самым талантам дополнительных бонусов, сомневаюсь, что Мирана будет перестраиваться в серьезного какого-то лейтового кора. Думаю, что все-таки мы увидим классику с прокастами, с двойными падающими звездами. Ну и ребята рассаживаются по своим героям. Пристально следим за Виномансером в этой игре. Просто это того стоит. Елки опавшие. Ну, загружаемся мы непосредственно на карту. Ребята разбегаются уже по лайнам. И в очередной раз я предупреждаю коллективу, соответственно, зрителей, которые присоединились к трансляции, возможно, только что, либо будут задавать в дальнейшем вопросы. Vega Squadron — это у нас силы света. Команда BI Young выступает за силы тьмы Дейра. Ну и сейчас вновь у нас выход есть от Vega Squadron. Стягиваются они вместе по топу во вражеские леса. Возможно, будут заходить и здесь могут найти Кипрового Лайта, который под смоками пробегает на сумасшедшей, конечно, скорости. Такого не догонишь, не поймаешь. Очень опасливо идут вперед. Вега не хотят подставиться. У нас небольшая пауза в очередной раз. WCA, спасибо. Мы и так эту игру ждали, пытались запустить лобби. Это у нас не сразу получалось. Ну, не у нас непосредственно это не получалось. У китайского администратора, с чего очень сильно горели русские игроки. Но что поделать. Пауза не затянулась надолго, отжимается пауза, и Абадон говорит, что все в порядке. По всей видимости, мы не увидим ранние драки, потому что собираются вместе и очень аккуратно действует VI Young, не выходит вперед, не подставляются. Просто решили спокойно законтролить руны. Но, зная различного рода баунти хантеров, баунти хантер может смело отправиться и забрать там вражескую руну, подойдя просто в инвизи к этому месту. Главное, чтобы он хорошо почитал тайминги. Но как же читает этот выход от Санейка сейчас ребята из команды VI Young? Они поставили заранее обсервер и видели, когда проходил баунти хантера под этим самым вардом. На топе сейчас пытается БХ отжать эту самую руну. Неужто у него это получится? Да, Санейка сжимает руну богатства, таким образом преимущество получают у нас ребята из команды Vega Squadron. Три баунти руны за место одной, которую получили VI Young. Приятный такой буст, конечно же. И сразу фласочки для различного рода Мирану медлини. У нас противостояние Мираны против Абадона. Хорошо, не задавая вопросов, не услышишь вранья. И Виномансер, несмотря на все мои надежды, это суппорт. Ну и посмотрим, насколько этот самый Абадон комфортно выстоит свой мид и продемонстрирует полезность в мидгейме. На топе тем временем мага отгоняют два суппорта рейнджовых. И неприятно батрайдеру, конечно же, здесь находиться. Плюс еще и какой-то гель потом появится у Виномансера. Совсем будет проблематично уйти под вышку. Ну, гель нужно брать на двоечку, естественно. Пока только слов тут не хватает. Медлинию. Абадон по-прежнему вроде бы стоит, но тут стоит посмотреть уже за этой линией минуты через 2-3, когда какая-то статистика по крипстату у нас будет набрана. На боте же Клакверк против Лайфстиллера. Ничего сделать не может здесь Клакверк Лайфстиллер. Да, в принципе, и Лайфстиллер, пытаясь подойти к Клакверку, в любом случае упрется в коги. В лесах тем временем Кристал Мейн пытается делать какие-то уже стаки для своего кора. Там же она постоянно находится под обсервером команды VI Young. Санейка на топе просто постоянно контролит двух суппортов и не дает им чувствовать себя вальяжно. Санейка тратит, конечно, здесь Тангуса на какой-то подхил, но имеет возможность подобными мувами заниматься. На боте тем временем пытается у нас вроде бы Клаквер как-то отгонять лайфстиллера, а на топе Санейка просто делает сейф-телепорт и уходит из-под ганга противника. В медлине Мирана держится
на уровне с Абадоном. Абадон с этим щитком, конечно, доставляет ей кучу неприятностей, но и Мирана с Торштормом тут не просто так, как говорится, крипов добивать пришла. Не очень комфортно стоится магу на топе также, то есть тут оффлейнеры страдающие. Вот Джуди, одна тычка остается лайфстилеру, но просто не стал рисковать. Подходит Кристал Мейден, говорит: «Сёма, я рад забрать у тебя ФБ, спасибо, что отдаешь его нам». Ну и таким образом Кристалочка, конечно же, 600 золота имеет на руках, при том, что сапог на третьей минуте есть. Третий левел, убийца, просто убийца, а не герой. И недооцениваешь мою мощь на топе. У нас, кстати, там драка сейчас будет происходить. И уже Санейка начинает веселиться под топ-вышечкой. Надеюсь, оператор нам покажет все-таки топ, где гонятся за Батрайдером. Батрайдер все-таки смог уйти. Но недалеко маг уходит. Он продолжает играться с напалмами. При этом не распределяет он дополнительный свой уровень. Ждет удобного случая. Санейка просто поиграл и завел. Там обвел вокруг елки. Прямо в смысле слова морфлинга. Продолжаются мансы на топе. Санейка просветили неприятно под достами. 80 хп, 40 хп с волны забирают его. Маг же сейчас переключается вроде бы по своему фокусу на Виномансера и понимая, что уйти ему вряд ли здесь получится. И задувочка Кипрова Лайта минус Батрайдер. И это, конечно же, не самый лучший размен для Веги Сквадрон, но хоть что-то. Все-таки Батрайдер успевает сделать этот самый фраг, зарабатывает себе хоть какое-то золото, хоть какой-то опыт. Но проблема, вы тут откармливаете мор. Морфлинга, друзья, нельзя так делать. FN все-таки на лайфстилере, не на луне. Он не сможет вам так в соляного игру затащить. Тут нужен и какой-то блин, конечно же, для того, чтобы была эта самая инфест-бомба. Но мне кажется, маг... Так же, как и на предыдущих картах, пойдет изначально через барабаны, которые сейчас сильно поменялись в последнем патче. Так или иначе, основной бонус Батрайдеру дают. Дают легкие статы, собираются из довольно недорогих айтемов, и при этом скорость передвижения они по-прежнему бустят, пускай немножко в другом эквиваленте. Санейка продолжает этот активнейший суппорт напрягать противника, находясь на вражеской половине карты, плюс обосновались настолько нагло в вражеских лесах, что уже чуть ли не 100% забирают руны, которые появляются на половине карты Виа Янг. Опять же, Мирана чувствует себя комфортно. Абадон вроде бы изначально вот эту агрессию за счет щитка, которую наводил, уже так комфортно для себя проводить не может. И Мирана начинает отрываться вверх по крипстату. На топе вновь пытаются подцепить Санейка. Санейка задувочка от Кипера Лайта промахнулась, но на волне морфинг тут у нас прошел интересный баг. Дота, спасибо тебе за них, мы тебя за это и любим. И такое чувство, что морфинг должен был укатиться вообще в другую карту сейчас на своей волне. Но он решил остаться с нами. Опять же, у нас смещается и Абадон даже в леса для того, чтобы что-то подфармить. Возможно, попытаются они выйти на лайфстилера, но у них не хватает немного контроля на этого друга. И FN здесь безнаказанно фармит. У него есть рейдж, в любой непонятной ситуации он просто прожмет неуязвимость и уйдет. Опять же, Батрайдер на топе этого с половиной уровня. Прежнему пытается добраться он до своего шестого. Нужно заветное лассо для того, чтобы уже можно было цеплять какого-либо из суппортов, допустим, и увозить под комфортный фраг. И подходит кристалка. Неплохо засловили и пробили сейчас у нас первого лайта. Тем временем Батрайдер разделил драку на две части. Зафокусил Виномансера. Быстро забрали они Санейка его под напалмами. И теперь, возможно, будут проблемы уже у самого Кипрового Лайта. Все-таки слабенький товарищ. 90 хп остается у него. Последняя тычка. И фраг достается магу. Даблкил уже от этого друга. Теперь проблемы и у Морфлинга. Он делает фраг, но если сейчас Морфлинг погибнет, это камбэк от команды Vega Squadron в плане early game. Не погибает. Морфлинг приходит сюда еще и Мирана, но демеджа со Старшторма не хватает, и перекачка Морфлинга спасла. А теперь самой Миране бы отсюда уйти. Есть слоу, неплохое слоу от Виномансера. Что же он делает? И как же больно. Году год. Вроде бы пришел сюда убивать и сам становится жертвой. Забирает себе фраг еще и мидер команды противника. Напоминаю, что Абадон выступает именно на данной позиции от коллектива VI Young. Тем самым слишком много золота получают себе сейчас в плюс.
Дайра. Ну что же, у нас 7-я минута. Думаю, самое время взглянуть нам на графики, посмотреть, как ребята отстояли там первую половину early game. И видим, что преимущество Вега около 2000 золота колеблется и пытаются отвоевать все-таки себе хоть что-то ребята из команды Via Young. По боту тем временем товарищи Lifestealer от батареек Калакверка в очередной раз страдает, но говорит: Джуди, как ты мне, честное слово, надоел, давай обнимашки делать. Обнимает он очень сильно Джуди, и у Джуди серьезные проблемы. Он от этих обнимашек отправляется в таверну. Ну, как говорится, с клокверком только вот в одну сторону, коль вгрызаешься уже под эти самые машинки, нужно идти добивать до последнего. Батрайдер подцепил через засоки первого лайта на топе. Санейка подходит. У Санейка нет еще 6-го уровня. Не может он делать фраги под треками. Батрайдер сам-то только 6-й получил. Ну и здесь у нас, кажется, будут мстить. Виа Янг пытаются подцепить Санейка. Тот просто делает телепорт и понимает, сбивать это самое ТП нечем. То, о чем говорили еще на стадии драфта. Контроля у команды Виа Янг просто нет. Не хватает им каких-либо станов, не хватает спылов, которые могут сбить телепорт. Хотя бы просто изменить местоположение героя на карте и не дать ему так спокойно и вальяжно уйти. FN. Вроде бы и поменял он свою непосредственно луну на этого самого лайфстилера, ничего по факту не изменилось. Фармит, фрифарм, топовый крипстат на карте. И думаю, что по нетворсам уже у него также все комфортно и приятно. Так и есть, хотелось бы сказать, но вот Мортинг за счет, конечно же, тех фрагов, которые ему получилось сделать на старте, все-таки еще опережает на 200 золотых ФНа. Но видим, что линия именно ФНа отстоял куда лучше по крипстатам. Сейчас вроде бы вспомнили о том, что у команды противника есть лайфстиллер, приходит первый лайт на бот, но моментально пользуется этой возможностью сейчас Вега Сквадрон. На топе выход на Морфинга, очень сильно он уже просел, правда он может включить перекачку, но пока ХП все меньше и меньше. Баунти Хантеру очень нужен 6-й, очень нужны треки, очень нужен контроль за файтами. Пока этого сильно не хватает коллективу. Ну и что же, у нас сейчас Мирана пытается добрать себе лишнее золото в мидлинии. На нее выходит Абадон. Но Абадон в соло Мирану просто он не догонит ее, если у нее есть лип. То есть ты что угодно тут делай, ты просто не сможешь до нее добраться. Как бы ты ее не слоуил, как бы ты ее мечом пассивкой не бил, ничего не получится. У Морфинга очень больно, еще и колба. И как же через касты забрали кора команды противника. Правда, моментально в эту же секунду погибает Мирана в мидлинии. Правда, помогали, конечно, Абадону суппорты. Так или иначе, размен один в один получился в разных частях карты. Выход в пуш на Т1 вышку пытаются немного просадить через Виномансера, через его варды. Да и к этим вардам Санейка подходить никоим образом не хочет. Зато очень хочет идти дальше, по-моему, Виномансер. Немножко не сыгрались они с Абадоном, а если бы действовали чуть более слаженно, возможно, Баунти Хантер погиб куда раньше. И при этом Абадону абсолютно не имело смысла никого сюда идти после того, как он выдал свой первый, потому что Баунти Хантер просто дотикал от яда Виномансера. И не стоило так рисковать, потому что теперь Абадон мало того, что отдал свой ультимейт, он еще и погиб. Маг на топе погибает от ракетки, и как же ребята просто потеют на этой карте. Никто не хочет вылетать с турнира, когда до полуфинала остается буквально несколько шагов, несколько игр выиграны. То есть сейчас очень важные переигровки идут. Более подробно мы с системой, что сложилось сейчас в турнирной таблице, познакомим вас перед началом следующей карты, когда будет уже решение от администраторов WCA, как именно будет распределяться последний слот в группе B, команда, которая пройдет полуфинал. Задвочка у нас тут по боту от Кипервалайта, пытается он отпушить линию, но подходит уже и катапульты, и новая пачка крипов. На топе тем временем поймали в лассо Клокверка. Клокверк просто делает телепорт. Рановато. Рановато Батрайдер поймал в лассо без рядом стоящих тиммейтов. Очень долго ждал поддержки в виде телепорта. С другой стороны, Клокверк бы просто в таком случае убежал, если бы это лассо было не потрачено на него. И также сделать фраг бы не получилось. Баунти Хантер смещается у нас чуть на бот. И, возможно, пытается зайти в спину противнику. Рядом с ним есть еще и Кристал Мейден.
ФН продолжает фармить. У ФН есть самый армалет, есть 900 монет. 10 уровень, и первый талант уже распределен от ФН. Получает плюс 5 ко всем атрибутам и по статам поднимется. Забирать его будет чуть проблематичнее. В целом, статы лишними никогда не бывают. Почему так все любят Скади? Ультимейт арпы, ультимейт, Кристал Мейден. Как же больно. Минус Миномансер. Абадон здесь уже выхилился. Понятное дело, что ульта успела откатиться. Ну и никто его второй раз забирать не стал. Закинулся Сюрикен Санейка, но дэмэджа, конечно же, тут не хватает. Находит Джуди. Или Клакверк просветку дает, но разминулись. Просто разминулись они с этим Баунти Хантером. Успел он пробежать мимо. Хотя Даст на него все-таки попадает. Джуди забирает себе руну регенерации. Или, точнее сказать, не отдает ее противнику. На топе же у нас встречаются там герои без какого-либо продолжения. И видим этот прекраснейший Новый год от Кристал Мейден. Вот зачем нужны арканы в этих играх. Для того, чтобы все было так красиво и прекрасно. Дэмэдж же Кристал Мейден, конечно же, тут несла очень и очень много. Ну что же. Пытается Т1 забрать на мид-позиции. Потом скоро также придется распределять свои таланты. Динамансер стоит за спиной и готовит собирать себе форстав. Ну а потом, по всей видимости, хотят выйти сами для эскадрона уже во вражескую вышку. Там же находится Морфинг. Возможно, он является целью. Но кто-то нужен еще. Потому что не хватит. Не хватит здесь только Санейка и маг для того, чтобы забрать Морфинга. В медлине вышку также просто так отдавать не хотят. И перетяжка уже туда от суппортов. Нужно что-либо делать с этими противными вардами Виномансера. Слишком много дэмэджа они вносят вроде бы. И кажется, всего-то каких-то 40 единиц от варда. Но там еще и залетает яд. И в любом случае вас по единичкам начинают слоувить. То есть по копейкам и центам 6 вардов насилуют всю команду Вега Сквадрон в каких-либо файтах. На топе тем временем Джуди попадает под лосо Батрайдера, вывозит его из когов просто в руки Эфена. Я не знаю, у Веги прям вот какая-то мания работать на свою кор-позицию. Они обеспечивают свободное пространство Эфена, постоянно делают ему фрифарм. Фраги уже просто привозят в прямом смысле слова ему под руку, чтобы он еще дальше бустился. Эфен, конечно же, отплатит за всю эту доброту, и это просто показатель, как нужно играть на свою кор-позицию, которая нуждается в комфортном эрли-гейме. И пускай здесь основное золото зарабатывает Баунти Хантер. Он, поднявшись, также поможет коллективу, если он возьмет себе еще и какой-нибудь аганим, продемонстрирует нам сюрикены, летающие по кругу, по всей команде противника. Это будет очень и очень круто и красиво. Батрайдер на боте. Сейчас нужно будет выход на мага. Тем временем на топе в лесах ловят киперов в лайт. Он говорит, ребят, вспышка. Вспышка слева и убегает в сторону базы. На боте проблема все-таки у мага. Мага нашли и мага будут убивать. Сейф ТП уже летит. Магу нужно выигрывать время. На Firefly закрутил всю команду. Ну и Джуди здесь слишком сильно проседает по ХП. Ребята очень долго находились с напалмами под этим самым огнем. Зачем, непонятно. Нужно было либо вгрызаться в этого самого мага, либо просто сразу отступать. Так или иначе, сделать фраг не получилось. И даже какой-то сейф ТП не понадобилось магу для того, чтобы развести команду противника. Они побегали за ним, понимают, что ХП у них тратится куда быстрее, чем у злосчастного мышевсадника, и отступили. Врывается Клакверк, неплохо поставлены коги. В этот раз мага не хотят пускать, но Firefly, он говорит, ребята, пишите письма, я лечу на базу. Бадон его догнать также не может, гель Виномансера не заброшен, и никто Батрайдера не засловил. Все очень хорошо, и кажется, что Виаянг начинает немного теряться. 10-7, 16 минута, прилетает у нас в мид. Абадон пытается хоть как-то отогнать своего оппонента, отогнать противника. Вышку все-таки потеряли. При этом вышку добирает именно команда Вега, получая полноценный бонус по золоту. По боту тем временем также крипов проводит уже и сам Морфинг. Морфинга особо здесь не убивали, не пытались ему остановить фарм. Да, было, правда, пара хороших выходов на топе, но этим ограничились. Не сказать, что Морфинг здесь чувствует себя некомфортно. У него появятся все необходимые артефакты, просто ему нужно еще минут 10-15 для этого. А вот команде Вега этих 10-15 минут не обязательно дожидаться. Они могут идти и драться прямо сейчас, что они демонстрируют. У них слишком жесткий лайфстиль, у которого сейчас рассвет сил. Особенно с фрифармом, у него как раз-таки вот тех минимальных артефактов, которые у него уже есть, хватает для хороших драк. У нас на
работе. Возможно, будет драка под светильщиком. Джуди вновь встревает, вновь эти самые коги, которые каждый раз ставятся, и рядом с ними этот Клоквер погибает. Правда, в этот раз традиция не соблюдена. Клоквер жив и отступает, перегруппировался. И хороший файт забирают Санейка. Правда, потратили слишком много ресурсов. Я все жду какого-то ультимейта от Виномансера по пятерым, когда он залетает, но... Мечты, мечты. Мечтать не вредно. Мирана уходит дальше у нас фарм эншентов. Близости, в принципе, находится еще и маг. Получится, что частичку уровня. И появляется у мага блинк. Вот Батрайдер наконец-то с блинком на 17-й минуте. Я более чем уверен, что после барабанов. По боту пытается провести крипов и пробить Т2 вышку уже ребята из команды Via Young. В принципе, морфинг чуть ли не в соло с этой задачей справляется без каких-либо проблем. Правда, трек уже на себя поймал. Заходит в спину прямо сейчас. Вега попытаются навязать какую-то позиционку. Драку. Маг ворвался. Есть лассо на Виномансера. Нужно... Нет лассо на Виномансера. Его так быстро сбили. Ну, у нас просто тут небольшие лаги, друзья, если вы не заметили. Поэтому можно и пропустить подобную вещь. И вновь. Сема за Слэйр. Что же творит эта ЦМ-ка? Как же она новогодит каждый раз? Просто прекраснейший ультимейт. Несмотря на то, что погибает, Кристал Мейден дэмэджа вносит огромное количество. Кипров вылает в панике. Не знает, куда деться, как скрыться от противника, которые буйствуют на линиях. Ну и Кипер Влайт просто с телепорта улетает на базу. Повезло старичку, вовремя затесался между елок, его никто там не нашел. Также у нас есть инфест-бомба в Баунти Хантере. Прожимают они святилище и заходят на вражескую территорию. Попытка сделать какой-то приятный фраг. Вновь пошли под лаги, и, скорее всего, они здесь найдут морфлинга. А морфлинг не самая приятная компания для того, чтобы делать быстрые фраги. В любом случае, успеет включить перекачку и так или иначе выиграет несколько секунд для себя любимого. А вот Джуди это совсем... другой герой, совсем другого теста. Сделать ничего здесь Клакверк не успевает и должен погибать, конечно же. Добивать Джуди поставил он Коги перед смертью. Есть задувочка Кипера Вулайда по Санейка. Санейка нужно отсюда убегать. Санейку очень больно. Расплатились уже Баунти Хантером. У ФМ также могут быть проблемы. Поздновато сюда подходит Кристал Мейден. Понимает, что лучше вообще здесь не появляться. Так или иначе, это прекраснейший размен для Виа Янка. 13-11 счет на 19-й минуте. По боту пытается Морфинг отгонять Мирану наглую. И в целом Тамирана все быстро понимает, что идти дальше не стоит. И лучше я действительно пойду. Кристал Мейден. 10 уровень. И не стал брать себе какой-либо талант. Ну, это уже какая-то своеобразная мета. Не брать талант на 10 там уровне. Для того, чтобы взять его на 13-14 перед получением сразу второго таланта. И сильно забуститься. Не совсем это разумно, особенно на некоторых героях типа Андаинга, типа того же самого Абадона. И очень интересно, что Абадон выбрал себе плюс 25 к дэмэджу, а не к получению опыта. Ну, решили пойти в урон Виа Янг. Победителей не судят, осталось только победить. По боту идет размен от Веги, пытаются они также пробить Т2 вышку противнику. Но чуть быстрее уже начинают сносить самые товары ребята из команды Via Young. Морфинг все-таки с перекачкой правильной очень много дэмэджа вносит под строение. Виномансер просто сбили телепорт в наглую. Санейка всегда вовремя оказывается таким интересным раскладом. Под треками команда вроде бы и Via Young. Здесь же у нас также у Абадона появляется Саша Яша. Такой статовый Абадон из былых времен возвращается в этом патче, по всей видимости. И продолжает выфармивать леса. Кипер Оверлайт. Выход в Аганим. Очень и очень уверенный в себе. Кипер Оверлайт. Также себе только что на наших глазах загорелся лепесток Древа Талантов. И Кипер Оверлайт выбрал себе все-таки бонус. Решился. Куда? Вот куда этому стричку еще скорости передвижения? Он и так носится на своих четырех очень и очень быстро. А вот бонус по опыту мог бы и пригодиться, особенно учитывая его ультимейт. Но так или иначе, Абадон решил, что бонус с дэмэджем для него полезнее.
На топ прилетает как раз-таки тот самый Абадон, демонстрирует, что не зря он выбрал дополнительный дэмэдж. Теперь можно чуть комфортнее проводить какого-либо рода драки. Что же, сейчас у нас Вега все больше и больше активизируется и пытается навязать файты. Правда, Виа Янг их игнорирует, доджит и уходит из-под возможных выходов противника. Не все. Не все, потому что Кипроволайта не отпустили. Но зато нам продемонстрировали, почему Виа Янг игнорирует какого-либо рода файты сейчас. Они понимают, что практически любой файт будет ими проигран за счет сильно забущенного лайфстиллера на ранней стадии и морфлинга, которого убить тяжело, но сам морфлинг, если он уходит в перекачку, уходит в силу, ему не хватает дэмэджа для файтов. Вот сейчас мы видим, у нас был ультимейт Виномансера, очень неплохой, но к тому моменту, когда он прожимает этот самый ультимейт, продолжения драки нет. Нет рядом тиммейтов, и ультимейт Виномансера с не самым маленьким КД потрачен впустую. То есть, если ты не накидываешь гель хотя бы второго уровня, при этом даешь свой ультимейт, у тебя нет вардов, у тебя нет тиммейтов, это все равно, что бить милишный барак, а потом уходить с базы противника на 5 минут в надежде, что что-то изменится в этой жизни. Нет, барак отрегенится. То же самое и здесь. Что же, сейчас у нас подставился немного FN, вышел из-за леса, из-за гора. Тут три героя противника. Правда, ничего они сделать-то не смогли этому самому FN. У мага лассо имеется, можно запрыгивать на блинке, блинк в КД. Не получается прям залететь на противника. Вновь Джуди ставит неплохие коги, в которых его и убьют, потому что FN запирает в этих же когах. Хороший Новый год от Сёмы Веслэйра. Как же много кристалка выдает дэмэджа в этой игре. Морфинг перекачался, убить его не получится. FN по-прежнему жив, догрызается до Абадона. Абадон уже без ультимейта. Абадона отпускать нельзя, еще одну тычку навешивает на себя щит, но он его не спасает. Размен 2 в 3. Злой морфинг гонит бедного Эфена. Эфена должны добивать. И это 3 в 3 получился у нас все-таки размен. Не смогли еще один фраг оформить. Вега Сквадрон. Ну и на боте находится Мирана. 10 тысяч дэмэджа на 24-й минуте. И 7,5 тысяч дэмэджа выдает непосредственно Виа Янг. Видим, что заработали они в два раза больше золота. Кристалочка тут, конечно, просто по дэмэджу, который она вносит в замес, выше всех. Похвал. Мне очень интересно уже будет посмотреть итоговую статистику, где будет показан дэмэдж от Crystal Maiden. Она может спокойнейшим образом посоревноваться с кем-либо из кор-позиций своей же команды. Сёма за всю боль просто. Ему постоянно выдавали каких-то суппортов, терпил. Ему дали хоть кого-то, у которого есть спылы на дэмэдж. Он говорит, ребята, сейчас я покажу, как в эту доту играть нужно. Батрайдер, кстати, уже второй талант себе берет на 15 уровне. И в целом у нас вот эта вот волна подоспела. Мирана уже 16-м. И также древо у нее немножко расцветает. Не знаю, может быть, я какой-то параноик, у меня что-то с фантазией не так, но мне это древо напоминает древо Гондора из Властелина колец, постоянно расцветающее. У нас на боте подцепили Кипрового Лайта и отправили отдыхать. Легчайший уже фраг, конечно же, для кастеров команды Вега Сквадрон. Но и тут же у нас товарищ Абадон. 1000 здоровья, попробуй такого-то и убей. Все-таки вот урон от способности берет Батрайдер. Радует меня, что не стал брать себе бонус по здоровью. Все-таки его ты можешь получить посредством приобретения каких-либо артефактов. А вот дополнительный дэмэдж с того же самого Firefly, с тех же самых напалм дополнительно, ну ты получишь в любом случае через дэмэдж. На топе у нас тем временем продолжает фармить лайфстиллер. Встречается он здесь с морфлингом, но без поддержки ничего не сделает. Так, попугает. Вот вышел попугать морфлинга и прогнать его с линии, чтобы тот фармил в другом месте. По боту пытаются пройтись вместе сейчас. И, возможно, это будет размен Т2 на Т2, потому что, коль уже морфлинг прилетел на бот, не по своему желанию нужно идти и реализовывать этот выход. Есть Зарел Блейд и Морфинг с шотганом. 18 уровень, скоро уже 20. И все опаснее и опаснее становится этот корневый топовый Нетворс. Об этом не стоит забывать. По топу у нас также идет, конечно же, команда Вега Сквадрон. Да, это размен. Правда, вот на боте Мирана сейчас как бы не подставилась. И Мирана успевает на липе уйти. Очень много дэмэджа из Зарел Блейд. Остается буквально 300 хп. А Батон говорит, друзья, у меня щит, я пойду под Т4. Шучу, нет. И отступает, убегая с ХГ. Что же, у нас здесь Фен ворвался, сразу же попадает под коги, отодвинуло его немного, сожгли ману, но не хватает, конечно же, этого для того, чтобы остановить пыл Фена.
Очень быстро перетянулся у нас файт на ботле. Пытаются провести хорошую драку Виа Янг и Зериал Блейд. Мирану все-таки добили. Ее ультимейт Виномансера неплохой. Должна продолжение. Не должны отпускать мага. Нужно дофокусить. Но осталось-то буквально 200 хп. Воюет с Эфеном, самым плотным, который больше всего может отъедаться. Эфена все-таки добьют. Эфена добивают. Есть байбек от Лайфсильвера. Сем Веслейр. Отличный ультимейт в очередной от Кристал Мейдена. Неужто убьет Морфинга? Нет, Морфинг выживает. Отличная перекачка от Гентоки. И начинает падать уже Т3. Нужно дождаться только крипов, которые собьют бэкдор. Разводить лайфстилера на байбек. Но даже если FN сделает байбек, одному ему сейчас сейвить линию очень тяжело. То есть ты подойдешь, вновь поймаешь там пару кастов от Виномансера, от Киперового Лайта и отправишься в таверну, уже подставив коллектив. Клакверк залетает на Санейка. Санейка тут вылетел скок, но у него не осталось маны, не сможет уйти в инвиз. Но вот сейчас он там проелся и все-таки немного ему хватило для того, чтобы прожать ультимейт. Как красиво Морфингу сделали систему перекачки, показывая, сколько у него там, в какую сторону перекачано прям. А вы говорите, дота плохая, обновление плохое, все для вас же. Забирают баунтирун из вражеских лесов, ну и здесь гонят Морфинга. Стрела, неплохо, маг рядом, и Морфинг-то погиб. И такими темпами лосо есть, лосо потрачено, тут жалеть явно не стоит. Морфинг без байбека, но не потребуется. Хотя вот сейчас Абадон с Виномансером тоже встреют, есть напалм. И Батрайдер гонит своих противников и пытается хоть что-то Виномансер сделать. Уворачивается от стрелы, уходит под Т2, на нем 4 напалма. Маг не хочет отпускать столь вкусный фраг для себя. Но и тут должен уже начинать спасать Кипровлайт. Отличный кокшот от Джуди, своего же суппорта. Ну что же, у нас ультимейт от Кристал Мейден. Теперь уже немножко опрометчиво наглый, когда ты заходишь за вражескую Т2 вышку, прижимаешь в соло ультимейт. Так или иначе, это еще один фраг, то есть суппорта на суппорта разменяли. Стоило ли того? Вряд ли. Тем более, тут еще и чуть ли маг не подставился. Нас по-прежнему живы все линии. Думаю, стоит посмотреть графики. Все-таки счет 22-20. Видим, что то же самое нам и графики демонстрируют. 2000 золота преимущества на 29-й минуте. Это преимущество несущественно, не дающее какого-либо преимущества ощутимого тому или иному коллективу. Санейка у нас также встречается вновь с Киперовылайтом. У Киперовылайта уже сердце ёкнуло. Говорит, опять ты. А Батон, правда, поддержал и пытается выбить страхи из Киперовылайта. Вместе, возможно, у них получится убить Санейка. Есть на него просветка. Ну, Баунти Хантер, конечно же, погибнет. Так или иначе, Санейка свою задачу в этой игре выполняет на 100%. Он дает треки, он дает вижен, он стягивает противника на себя и заставляет постоянно находиться суппортов команды Виа Янг в таком благоговейном страхе от того, что сейчас подойдет не в спину товарищ Санейка, даст трек и начнет медленно убивать. В мидлине у нас, возможно, сейчас драка произойдет, потому что уже потрачено лассо. Лассо потратили на Виномансера, завозит его на ХГ. И форстаф, отличнейшее решение. Но здесь уже FN. Вроде бы и ушел, но отличный хукшот в очередной раз от Джуди. Он, по-моему, просто на своих тиммейтов и залетает изначально. Батрайдера убили. И это неприятно. Сейчас поймают еще и Фена. Возможно, пойдет какой-то неприятный каскад смертей. И на этом конвейере иногда не бывает остановок. Но все-таки более трезво играют ответственную карту сейчас Вега Сквадрон. Не подставляется лишний раз. Выход в Т2 вышечку от команды Виа Янг. В принципе, ребята полностью заряжены, разве что хукшот еще у Джудика дэшится. Но так как Клакверк хукшот тратит сугубо на своих тиммейтов, не суть, страшно, что он в КД. Падает уже Т3, вышка прожимается гриф. Морфинг крайне быстро будет разваливать данное строение. Что с этим делать, непонятно. Пытаются сплитовать по боту Мирана, довела крипов, забирает Т2. Тут Эзериал залетел в Сему, Сему очень больно, падает Т3. Стрела в Абадона. Ну, Абадона ультимейт, какая ему разница? Ну, бейте его, хорошо. Он в любом случае будет жить, у него будет там несколько секунд, образно говоря, неуязвимости. Ну и сейчас просто сбили этот самый ультимейт Абадону и отошли под Т4. Барак били милишный Виа Янг. Кто-то решил разгневать богов доты, по всей видимости. Ну и сейчас у нас погибает просто лайфстилер. Чуть ли не ваншотом его через Эзериал убивают. И
Как же Морфин сбил сейчас барак, но бэкдор включился на несколько секунд, развернулся и попал под лассо. Морфин пытается жить, ультимейт Абадона в очередной раз. Здесь же Новый год от Crystal Maiden, и Абадон фуловый. Его выхилили сейчас прямо на глазах. Бил его FN, но и кажется, что это все-таки минус линия, потому что Морфин не оставляет против покоя. Отойти, просто отойти, продать того же самого Джуди, бежать отсюда нужно вам прямо сейчас. Ватрайдер врывается на блинке, напалмы на Firefly, подцепили Виномансера, это минус 3, ну зачем? Продавали бы Клокверка, и вот просто вот его не существует, и просто убегать. Но так или иначе, они выиграли линию. Пускай не на ранних минутах, это не 22-я минута, 31-я, 32-я, но так или иначе, милишный барак сражен, наповал сражен, даже так можно сказать, и усиленные крипы. 15 тысяч дэмэджа, 12 тысяч дэмэджа. На файтах, которые проходят на 50-х минутах, столько дэмэджа не дают, только здесь. В очередной раз видим, что ребята очень много дают, конечно, своих раскастов. Очень хорошо друг друга выхиливают, сейвят. Тут и лайфстиллер впитывает просто тонны дэмэджа. Морфинг со своей перекачкой уже, думаю, в печенках сидит у Веги Сквадрон. Ну и, конечно же, Абадон, который просто, ну, тонны дэмэджа готов принимать и переживать. Стоит отметить, что Crystal Maiden не самая бедная женщина на свете. Есть у нее худ, есть урна и также транквилы. У нас 1500 здоровья у этого суппорта. Ну и, видимо, в целом интересны такие закупы. FN себе Яшу опять же собрал. Не видим каких-то там, возможно, дезоляторов от лайфстиллера. И решил идти по другой немного стезе. Санейка ушел полностью в суппорта поддержки. И работает на пассивочке, на приятные ауры. И, ну и, конечно же, активные артефакты из разряда Меки и Пайпа, который должен появиться. Когда вы играете против Виномансера, против Keeper of Light, лишний Пайп у вас в команде просто не может быть по определению. Вы один Пайп прожали для того, чтобы там подняться на ХГ и начать там драку, впитывать какой-то дэмэдж под Т3. Врывается противник, первый Пайп закончился, и второй еще и активировали. То есть два Пайпа на команду — это здраво. Плюс не стоит забывать, что Пайп, помимо какого-то там бафа в замесе, он дает вам постоянно еще дополнительный резист. А такой худенькой и стройной даме, как Crystal Maiden, среди морфингов, виномансеров и абадонов нужно позаботиться о себе. Падает Рошан. Вопрос, достанется ли Аиге сейчас в Яянг, либо же успеют ли перетянуться в Вегас Квадрон. Не успеют. Просто проигнорировали, я бы даже сказал, они этот момент. На топе тем временем Т3 уже начинает падать от крипов. Правда, никто из героев Беги не помогает. Там просто пробили, я думаю, хп 200, может быть, 300. Мирана стоит рядом, но не хочет подставляться. Ну, так и есть. 300 хп потеряла вышка за счет того, что крипы просто ее очень медленно, плодотворно били. Мирана выходит на линию. Бадон только говорит: вовремя вы здесь появились, барышни. И телепорт на базу моментальный. 21 уровень, 3-й талант уже распределен у Мираны. И совсем скоро будут интересные бонусы на 25-м. Получает небольшой бонус к дэмэджу. Ну и вот ждем 25-й, конечно. Что же выберет баф Старшторма, либо же баф Липа себе Мирана. Клокверк также 14-го. Морфинг 21-го взял себе опять же плюс к дэмэджу, ну и ждем, что же появится у нас на 25-м. Трувелайт просто, опять же, время возрождения себе чуть-чуть скостил срок в таверне. Падает Т2 вышка на топе, пробивается бэкдор, просто Морфинг говорит: ребята, у меня с руки 400 дэмэджа, мне эти вышки, мне этот бэкдор не страшны. Размен, опять же, не самый лучший сейчас для Веги происходит, потому что Морфинг-то поднимается к вам на ХГ и начинает пробивать Т3, а вы сами забираете только Т2. Ну и здесь же у нас очередная задумочка. Есть вроде бы глиф, еще несколько секунд выигрывает, но в любом случае линия будет потеряна. Тут уже стоят иллюзии и не знают сейчас Вега, как рваться, как с этими иллюзиями драться. Приходит вроде бы FN, у него хватает дэмэджа для того, чтобы эти иллюзии разъедать, разрезать. Врывается Мирана, хороший Старшторм, есть щит на себя от Абадона, но забрали барак. Забрали барак, и что делать дальше, Веге непонятно. Потому что Виа Янг находиться на топ-линии бессмысленно. Нужно переключаться сейчас на бот, отпушить крипов, перегруппироваться, возможно, забрать там
парочку айтемов, которые уже в курьере, либо же в тайнике на базе лежат. И после этого выдвигаться по последней линии для того, чтобы пройти, запушить, сделать мега-грибов. И после этого, конечно же, обеспечить себе победу на первой карте переигровки. Занимаются полномерно сейчас ребята из команды Виаян тем, что уничтожают святыни, осквернители святынь просто сейчас у нас на стриме наблюдаются, притом китайцы. Ну что же, товарищ Лайфстиллер взял себе также бонус на 20 уровне, ждем 25-го, и выбрал он себе миссы. Вот, собственно, то, о чем я и говорил на предыдущей карте. Таланты прекраснейшим образом вписываются в доту в плане гибкости. У команды противника, у Виаянг, сейчас есть морфинг, есть абадон, который бьют с руки. И бесплатные миссы для Лайфстиллера — это подарок с небес. Да, это не какая-то бабочка, но 15% — это тоже неплохо. Когда ты это получил, знаете, просто за то, что ты молодец. Вот ты молодец, ты дошел до 20 левела, держи 15% миссов. Поднимается на последнюю линию. Прямо сейчас стрела взлетает мимо от Мираны. Как останавливать морфинга? Непонятно. Перекачку прямо сейчас от морфинга нужно включать. Милишный барак, был ли он здесь? Его не было. Его уничтожили за пару секунд. Врывается Фен, прожимается БКБ. Неплохой ультимейт от Миномансер. Здесь же Кипервулайт пытается уйти. Старшторм от Мирана. Очередной Старшторм уже не согонимо. Да, они убивают Виаянг, но те выигрывают доту, потому что уничтожают бараки. И жив морфинг. Морфинг один развлекает всю команду. Вы зафокусили суппортов, а что делать с корами? На коров не хватает дэмэджа. Морфинг настолько наглый, что он просто бежит за Мираной и перекачивается в 100 хп для того, чтобы поднять себе тычку с руки. У него 24 уровень, прошу прощения, 21 у Абадона. Они вдвоем сейчас зайдут, снесут два последних рейнджовых барака и выиграют эту игру. Ну, легчайшее просто для VIA. Пытались Вега сплитовать, пытались сами давить, пытались заходить по боту, пытались использовать возможности сплит-пуша, но этого не хватает. Сыграть против морфинга у них не получилось. Ни в коем случае не говорю, что нельзя это отыграть. В доте мы видели всевозможные камбэки, но против мега-крипов таким пиком очень тяжело. И самое-то печальное, что в Веге будет очень тяжело попасть в завтрашний полуфинал, с учетом, если они эту карту проигрывают все-таки. Мы тут всегда, конечно, за красивую, хорошую доту, которую Виаянг и продемонстрировали, но приятно было бы видеть СНГ-коллектив на WCA, там, хотя бы в полуфиналах. Что уж говорить про финалы, это отдельный разговор. Но есть еще про доты из Европы. Батрайтер на 20 уровень совсем скоро получит, но к тому времени, возможно, трон будет уже падать. Потому что Виаянг собираются в последнюю атаку. Собираются они заходить на Т4, подтягивается Морфинг. Морфинг ему сбивает и врывается. Джуди наконец-то хукшотом попал, не в своего тиммейта. Попадает он в всем в Слеера, ставится Коги, но спасается Кристалочка. Лайфстиллер уже просто битый на фонтане, там армлетом еле-еле спасался. А пока отгоняют, стоит отметить. Но и Зерил Бейт в спину. Бедный Кристалки. Опять же, стрела мимо. Ждем очередного врыва от Клокверка. Попадет ли он еще раз своим хукшотом по противнику? Но пока ждут. Пока ждут. И врывается. Врывается на крипов. На своих крипов. Но не получилось. Джуди перехвалили парня. Тем временем Морфинг уже набирает господство, конечно. Санейка также он должен отправлять таверну. Не может выбрать, какой вкусный пирожок кушать первым, но бьет всех. Отгоняет от Т4. Сами Т4 вышки никто не трогает. Год погибает. Год без байбека. Полторы минуты без Мираны. ГГВП пишет Санейка. И это победа команды Виаянг, с чем, конечно же, мы их и поздравляем. Друзья, Вега Сквадрон, к сожалению, не смогли выиграть данную встречу. Будем надеяться, что у них появится такая возможность следующей переигровки против Prodota Gaming. Ну и тут все будет заключаться в том, как Prodota Gaming сыграет вместе с